падения, взлеты. Но вот эти ребята из года в год уже 15 лет доказывают свои работы. Кто они? Что они умеют? И откуда они? И заставляют людей вставать под гимн нашей страны. Ребят, я вас люблю, уважаю. Спасибо, спасибо. Это все взяли. Нужно не просто любить тренировочный процесс, а нужно еще, чтобы удовольствие получать от этого всего. Мы кайфанули, крутой заезд был. Вернулись в старое, как говорится, проверенный экипаж. Удовольствие победить. Мы получили мега позитив. Какие цели тебе ставим? Супер спринт 100 метров. Кубок президента. 26-28 кубок президента. А дальше в следующем году будет интересно. Ты стал чемпионом мира на 5 километров. Как тебе? На самом деле, это моя первая золотая медаль на взрослом чемпионате мира. Я шел к этой медали уже 10 лет. Каждый год, что на 1000 в этом году, сказываются некоторые моменты, где-то, может, недосчеты в подготовке. Но, тем не менее, скажем, везде где-то рядом. И, наконец-то, скажем, мне повезло, и я немножко, скажем, перестал обращать на дружеские отношения на суше, потому что, как один марафонец бы сказал, ничего личного, это марафон. Как бы это не гладкая дистанция, где нет контакта. И, скажем, игровой момент, и здесь надо быть готовым ко всему. На самом деле, я 5 километров никогда не хочу гоняться, и сегодня я пошел ради своей жены, дочери и родителей, которые, скажем, сильно переживают за мою 1000, они знают, что я буду готов как минимум на медаль. Но сказалось то, что 2 сильных спортсмена стояли на старте рядом со мной, и я столкнулся с их волной и не смог с ним выбраться. Скажем, поэтому я посвящаю эту медаль своим родным, дочери, жене и маме с папой. Олег, ты большой молодец, мы тебя поздравляем. Ты чемпион мира, красавчик. Спасибо большое, Сережа.